Я сам. Да что же я сегодня творю? Я все уберу, не волнуйтесь. Умоляю. Анна Сергеевна? Голова вместо графика уборки. Да что вы, какая там голова, там тыква уже вместо головы. Анна Сергеевна, простите, пожалуйста, позвольте в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб угостить вас чашечкой кофе. Я кофе не пью. И представляете что? Я потом эту медузу в фуражку капитану подложил. Не самый умный поступок. Да, но зато у него потом волосы начали расти. Уходил в рейс с Нагиевым, а вернулся Николаевым. Да, насмешили. Федор, с вами не соскучишься. И не состаришься. Смех продлевает жизнь. А вы знаете, почему нельзя ставить пустые бутылки на стол? Нет. А потому что в этом случае нет шансов сказать официанту: «Эй, милейший, а вы нам вино еще не приносили». Федя, ты такой забавный. Красивая девушка называет мужчину забавным лишь в том случае, если навеки хочет запереть его во френд-зоне. Такая уж красивая. Чуть-чуть, Федор. Давайте-ка не нарушать личных границ. Сеня, Федя. С понедельника по четверг в 19:00. Я же тебе говорю, заработай. Премьера на СТС.